у нас уже есть третий слой. С этого мы на самом деле начали. У нас есть второй, третий, ну, непонятно зачем. У нас есть первый, второй, третий, пока тут непонятно зачем. У нас есть нулевой с первым. Нулевой с первым это вот это. А вот это у нас здесь. Пока все понятно? Пока все понятно. Отлично. Через АВЦ нулевой с первым вы выразили. У нас есть первый. Это вот это. Ребята, сейчас самое время выразить то, что я вам обещал. Помните, я обещал, что мы найдем вот это, и потом пересечем, найдем это, ну и так далее. Так вот, L0 или L2. Кто догадается, как я это сделаю? L0 или L2? Да? L1 и или L3 и отрицание. Все, молодец. Это отрицание для L1 или L3. Ребята, L3 у меня уже есть вот здесь. Есть или нет? Есть. L1 у меня есть? Предыдущая строка. А здесь отрицание. Это второе из отрицаний. Больше я уже никакие отрицания использовать не буду. Так. Будьте добры записать себе шестой этап. Значит, шестой этап. Использовано второе отрицание. Я нашел L0 или L2. Взяв отрицание для L1 или L3. Как выразить L2? Это на самом деле совсем просто. Седьмая строка. Как получить L2? Молодец. L2. Это нужно взять L0 или L2 и у нас еще есть такая штука L2 или L3. L2 или L3. Запишите, пожалуйста. Второй слой получается как пересечение нулевого второго с вторым третьим. Второй третий у меня уже здесь выписано через АВЦ. Замечательно. Нулевой второй только что было получено. Значит, L2 я получил. Да, господа, смотрите. L2 есть, L1 есть, L3 есть. Осталось догадаться, куда поставить цифру 8. Даже писать уже больше ничего не надо. И сказать, что задача решена. Где восьмая строка? Вот это. Согласны? Да. Вот это восьмая строка. Вот она, восьмая строка. И на этом решение задачи закончим. Я получил вам все знания. Я не знаю, насколько имеет смысл переписать, что называется, переписать в окончательном виде это. Слушайте, а можно все-таки, может быть, все-таки не переписывать? Нет, смотрите, я вам просто объясняю, что мы сейчас могли бы сделать. Мы могли бы сделать такую штуку. Вот здесь вот написано L0 и L1, да, вот через это. Мы могли бы сюда написать вот эту формулу. Тогда здесь было бы только через АВЦ, понятно, да? После этого мы могли сюда написать вот то, что получится, было бы только через АВЦ. Чтобы создать, убедить вас, что только через АВЦ. Но с другой стороны, мне кажется, что это уже не имеет смысла, потому что любой нормальный человек видит, вот L3 в первой строке вычислено. Вот эта штука L2 или L3 вычислена во второй строке. В третьей строке вот это вычислено L1 или L2 или L3. В четвертой строке при помощи отрицания второй строки, которая была вычислена, мы получили L0 или L1. В пятой строке получили L1. В шестой строке получили отрицанием L1 или L3, L0 или L2. В седьмой строке получили L2. Пересекая вот эти вот слои. Ну и в восьмой строке тоже при помощи пересечения получили L2.